Всем привет, друзья, с вами Кенни Морелл, и я решил сыграть в ужастик под названием The Childs. Переводится вроде как «Дети». Так, здесь у нас менюшки Story Mode, Time Attack Mode, настройки и прочее. Что за Time Attack Mode? Это, я так понял, продержись на время. Ну, выберем Story Mode. Посмотрим. Игра на самом деле не русифицирована, поэтому придется немножечко мне пострадать. В плане английского у меня не сильно алло. Так, здесь у нас закрыто. Ага, это как у нас выбор миссий. Ну, выбираем первую. Ну ладно, это я читать не смогу, поэтому ладно. Пропустим. Надеюсь, ничего важного мы такого сильно не пропустим здесь. Так. Я могу здесь брать игрушку. Хорошо. Еще одну. Отлично. Так, и что мне здесь делать? О, можно отсюда выйти. Может, треугольничек как-то нажать, чтобы отсюда выйти? Нет, слушайте, не могу отсюда выйти. Какой-то план. План корабля? Ну да, походу. Еще одна игрушка. Надеюсь, у них ничего важного нет? Нет. Какая-то записка. О, господи, ну ладно. Пропустим этот момент. Кто разбирается в английском, тот, в принципе, почитает и, наверное, поймет больше, чем я в этой игре. Ладно. Какие-то книжонки. Так, и что мне здесь надо делать? Как отсюда выйти? Опа, что это было? А, вспомнить момент. Ну, вспомним. А почему меня выкинуло сюда? А, это мы прошли первую миссию. Да ладно. Вообще ничего не сделали, а уже что-то прошли. А, во. В принципе, здесь, походу, начинается миссия сама. Так, когда кто-то открывает дверь, откройте... А, включи... Когда кто-то открывает дверь, включайте свет. Но будьте осторожны. Ну, свет, я так понял, ограниченного времени. Когда кто-то открывает дверь, когда... Стук-стук. Когда слышите стука, включите свет. Или он откроет дверь. Я понял. Так. Здесь я вообще ничего не разберу. А, музыка. Что-то когда играет музыка. Будьте быстры. Остановите. Ладно, понятно. Что-то, короче, когда играет музыка, что-то будьте быстры. Ясно. Это все, что я смог перевести. Ладно, так, Fall and Sleep. Используйте та-та-та, чтобы поспать, я так понял. Ладно, короче, как-нибудь разберемся по сути игры. Опа. Так, что происходит? Опа, я здесь могу встать. Смотрите. Могу свет включать. Ну да, и в принципе, что еще? А, я понял так, что я... Опа, шкатулка вырубилась. Так, вот кто-то постучал. Мне что, надо вот эту лампу зажечь? А, смотрите, как она быстро утекает. Ой, разряжается. Или что с ней становится там? Перегорает она. Опа. Еще могу оленя взять. Ну, вообще красота. Я, походу, знаете... Ой... Играю за какого-то маленького ребенка в люльке. И это все, что я могу здесь делать. Вот эту херню, я так понял, надо зажигать. Или иначе что произойдет. А, вот, я могу, смотрите, поспать. Go to sleep. Опа, это же был стук. А хотя у меня лампа горит, все супер. А у меня лампа горит. А, смотрите, она же сейчас у меня погаснет. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что происходит.
Так, погодите, я что-то слышал. Ага, вот он, зараза. Испугался света моего. Так, нет, нет, все. Что-то, кто-то зашел. И вышел. И шкатулка. Давайте поспим. Я свет опять забыл выключить. Опять стучит. А я наоборот выключил. Ты молодец. Я вообще не пойму, что надо делать. Я так понял, мне надо максимально поспать. А, погодите, кто-то зашел. Или мне послышалось? Так, ну шкатулка, мне кажется, это самое важное. А вот теперь не послышалось. Да, смотрите, он сразу уходит. Я даже боюсь представить, кто это. А если мы просто поспим? До бесконечности поспим. То есть что будет? Вообще ничего не происходит. Какая-то молния еще бьет. Я не знаю, что с молнией надо делать. Вот, я слышу, слышу. Вау, это кто-то хотел из шкафа выйти. Так, свет надо экономить, я так понял. Но он все-таки не бесконечный. Как громко. Так, 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 так. У меня и шкатулка села, и все подряд. И все вылазят. Врубаем свет, иначе нам не хватит. Да ладно, еще опять. Сейчас, может, поспим со светом? А я, походу, не успею поспать. Хотя нет, я, наверное, уже успею. Видите, друзья, надо всегда спать с каким-то ночником. Потому что кто-то, блядь, постоянно будет врываться к тебе в дом. Да он же уже вышел, наверное, где-нибудь здесь под кроватью. Господи, как же страшно. Спим. Нет! Нет! Нет, 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 нет! Не убивай меня! Я все сделал? Ох ты, тварь! Ты что, уже света не боишься? Закройся! У меня аж мурашки по коже, если я обосрался. Так, все, мы спим, 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 спим! Мы поспали! Я проиграл? Приз получен. Chapter 1. Я, походу, прошел. Ладно. А, это у меня закрыто. Так, да, мы вот это вот открыли. Да, все правильно. Так, все, давайте дальше. О, мы опять не в люльке, отлично. На самом деле, почти ничего здесь не вижу. Здесь, на самом деле, очень темно и какая-то, знаете, такая белая пелена перед экраном. Если бы я понимал, наверное, в этих записках, я бы, наверное, больше разбирался, что здесь вообще происходит. Вспомни музыку. Я помню эту ночь. Вспомни эту ночь. Я помню эту ночь. Да пошли вы в жопу, я понял. Смотрите, какой-то стучек качается. Опа. Я так понял, между миссиями происходит типа как воспоминания, и мы вспоминаем отрезки времени. То есть чувак что, вспоминает свое детство, какое-то оно было у него, знаете, не очень спокойным. Если бы я так спал все свое детство, я бы, наверное, психом вырос. Да, и мы открыли новую миссию. Что? Еще что-то? Да, это, походу, новое какое-то условие. Когда Рокин стул, когда стул начнет pick up, dear, remain safe from home.
Вау-вау-вау-вау-вау. Короче, что-то со стулом. Что-то со стулом связано. По-моему, когда стул начнет двигаться. Господи, ребята, не, надо английский учить, это вообще жопа. Я впервые играю, нерусифицированную игру, и мне на самом деле очень трудно. Я так понял, что когда стул начинает двигаться, надо взять вот эту игрушку, что ли. Надеюсь, я правильно понял. Так, так, так. А, ну вот, я могу ее брать, отлично, все. Какой стул, только вот я не пойму. А, смотрите, вот здесь стульчик, да. То есть это что, типа, как еще новый монстр? Да, не вырубайся. Ладно, давайте дальше спать. И смотрите, у нас сбоку экрана уже подсказок уже даже нет. Смотрите, у него сердце бьется. Мелкого. Почему я это слышу? Может, потому что стул двигается? Нет, он не двигается. Поэтому мы спим дальше. Господи, он еще дольше здесь засыпает. А мусор, походу, еще больше. Какая прекрасная игра. Поспать за младенца нормально. Условия. Ничего нету. Ага, шкаф, 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 да? Да, зараза, падла, уйди отсюда. Я ему, кстати, какую-то видел, какую-то рожу в шкафу. Что? Вот, это стул скрипит. Надо игрушку брать. У меня лампа горит, она у меня сейчас сядет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Господи, сколько условий. Поднимись вместе с игрушкой. Опусти ее, зараза. Кажется ли, кто-то вошел? Насрать, мы спим. Нас ничего не разбудит. Да я понял, что мне надо... Блин, надо лампу экономить, я не знаю. Такая жопа происходит. Нам может не хватить просто энергии этой лампы. Почему эту лампу нельзя было просто в 220 запитать? Может, во всем доме свет вырубился, и... И эта лампа сосет энергию из этого. Ну как этого, резервного питания, или что там? Отлично вообще, у меня там и стул качается, мне надо и свет включить, вы что, совсем оборзели? Да вообще жопа какая-то происходит, одни сплошные звуки везде. Я не могу просто ориентироваться. У меня уже почти лампы нет, да господи, оставьте меня в покое. Смотрите, как много всего. И это включи, и то сделай. Так, все, все, можно спать. Да мы походу это, сейчас всю лампу прожжем, и нас просто не знаю, что с нами сделают там. А ты задрал уже. Хватит стучаться. Ты ошибся дверью. Ну, вроде сейчас тихо. Началось. Она, кстати, это сиденье, когда качается, походу... Нет, возьми. Походу, она еще и шкатулку врубает нам. Прям удивительно, что никто не постучался. Сейчас, тук-тук. Да. Блять, сука! Да ладно, блять, вот это я обосрался. О, а что случилось? Уф, да ну нахрен. Вот это я не ожидал. Так вот, как этот монстр здесь выглядит. Вот это пробрало, а? Так резко, прям, такая рожа. Я даже его не разглядел, честно говоря, от страха. Да, давно меня так в ужастиках не пугали, как-то здесь это очень резко сделано.
Я понял. Давайте еще раз пробуем. Так. И сколько здесь еще миссий? А, кстати. Да ладно, еще так много. Так много миссий. Да мне тут до посинения проходить, ребята. Пробуем еще раз. Так, и что же мы не так сделали? Да мы, кстати, почти лампочку всю прожгли. По-моему, так делать нельзя. Надо все как-то шустрее делать. Здесь надо постоянно вот какой-то движ задавать. То есть надо быстро все с игрушкой вместе включить, короче, шкатулку. Проверить свет. Щелкнуть его хотя бы, не знаю, пару раз. Потому что я заметил, что ее включаешь, он сразу все тихо. Закрываются все двери, и все уходят, и все супер. Ее выключаешь и спишь. То есть надо, я так понял, каждой секундой пользоваться. Пробуем. Еще разок. Давайте сразу спать. Не теряем ни секунды, все. Надо как-то пройти это говно. Сейчас начнется. Да. И спим. И не спим. И встаем, и включаем. И засыпаем. Что-то не так. А вот. Вот теперь все так. Спим. Ой, я ее забыл выключить. Я понял. Захлопни дверь. Уебок. Блять, началось. А, я понял, когда шкатулка не играет, вообще все вылазят. Спим. Здесь на самом деле даже говорить как-то очень сложно во время этой игры, потому что надо все слушать. Здесь чисто все на слуху, вся игра на слуху. Да ладно, ну смотрите, когда шкатулка выключается, все начинают вылазить. Я забыл лампу выключить. Еще теперь в дверь постучался. Не садись ты так быстро. Отлично, отлично, отлично. Что-то качается. Отлично, в смысле качается кто-то. И при этом... Я не понимаю, я ж не могу вместе с игрушкой встать. Походу я опять попал. Да включи, пожалуйста. Походу я попал. Ой, я даже боюсь на самом деле в экран смотреть. Не, проверю все же. Тихо. Тихо. Все супер. Ну дайте мне хоть секунду поспать. Бляха-муха! Да ладно! Тихо, 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 я держу! Да меня уже задрала эта игра. Господи, да сколько можно? Все, спим. Отлично. Завались.
И что ты слышал? Понятно, что я слышал. Так. Бляха, муха, да ну ты собака, блядь. Да ну нахрен. Фух. Блять, вот когда же чем-то занят, что ты делаешь, вот эту движуху наводишь, и это хер выпрыгивает, это так неожиданно. Ты так обсираешься, господи. Это, блядь, просто невозможно, это невыносимо. Я же сейчас все нормально делал, почему я опять умер? Блядь, билд 1.0.0, блядь, версия 1. Да. Я так понял, вся игра будет вот в этом стиле, да? Вся в люльке. Хотя, смотрите, тут вообще какой-то психбольницы уже. Ну да, после такого. А явно можно в психбольнице остаться. Пробуем еще раз. Пока заика не станем, будем пробовать. О, господи. Не знаю. Я на самом деле не могу прочувствовать какую-то здесь фишку. Не могу прочувствовать. Тут было все легко. Здесь все рандомно вообще, конкретно рандомно. Здесь суета, здесь конкретная суета. Насрать, спим. Так, насколько он долго мне вот даст поспать в самом начале, без всякого инцидента? Ну вот, чуть-чуть он мне дал поспать. Шкатулка выключится, мне кажется. А ее можно как-то перезарядить сразу, заранее, нет? Мне кажется, сейчас начнется с того, что шкатулка вырубится. Нет. А вырубилась, зараза, да, конечно. Так, тихо, точно? Йо, ты собака, Наруто Узумака, да? Да завались! Да ладно, но я только спать хотел лечь. О, господи, нет никого дома. О, господи, я не знаю, просто, понимаете... Все надолбано на скриптах. Тут все просто надолбано на скриптах, я просто не пойму. Да ладно, ну господи, ну сколько мне вот эту лампу дрочить? Достаточно? Просто сейчас жопа. Да господи. Вроде не сложная игра, но тратишь на это время кучу. Слишком огромный спам. Отлично, спим. Дайте поспать не хоть, ну не знаю, ну 30 секунд. Бляска это. Ну все, я понял, короче, прикол в этой игре, что, короче, в нее лучше не стоит вообще играть. Ладно. Геймовы, блядь. Я вообще-то все делаю так, как вы пишете. Там что-то, когда дверь открывается, включить свет. Да ладно. Серьезно? Был бы он бесконечный, я бы его мог хотя бы держать. Пробуем еще.
Так, ну ладно. Собрались. Я должен пройти это говно. Почему я не спал? Господи, я уже задумался. Я строю, знаете, тактику в этой игре. Но пока что мне не получается. Вообще почти поспать не дали. Не, ну мы вроде держимся какое-то время, но почему-то... Нас нападают в итоге. Не пойму, в чем прикол. Я понял, никого нет дома. Да, именно так. Вот, может, я что-то не так делаю с этой бабкой. Может, нам включать свет и игрушку, кстати, и удержать. Может, в этом прикол. Мне кажется, она давно меня схавала бы уже. Ну, давайте на всякий случай мы будем подниматься, вот так щелкать светом и спать. А, видите, опять. Да, сейчас будем подниматься. Я понял. Шкатулка вонючая. Шкаф вонючий. И спать. Я лампу забыл выключить. Я понял. Господи, я лампу опять забыл выключить. Не понял, не понял, не пойму. Слишком часто здесь все происходит, и меня на самом деле это уже задолбало. Вы смотрите, я сейчас лег спать, по-любому со стула нападу. Поэтому давайте щелкнем свет. А, зараза. Погоди-ка. Это было просто одновременно или как? Вот. Шкатулка это самое опасное. Так, включаем свет еще раз. Перебздим и спать. Перебздим и спать. Кто? Я понял, я, короче... Ай-яй-яй, вот на этом моменте меня примерно убивают. А, слышу тебя. Готово. Зараза ты, а. Надо было свет выключить. Все. Я... Ёптель, бляха. У меня же эта шкатулка. Да, я слышу тебя. Все. По-моему, вот здесь нас и убивают. Нет, да? Нет, да? Да, нет. Пожалуйста, дай мне дожить. Я понял тебя. Не дашь? Так, погоди, еще какой-то был звук. Еще какой-то мне... Мне уже мерещится, я не знаю... Вообще жопа происходит, просто тотализация, ёпта, блядь, какая тотализация.
тотальная, говорю. Выруби свет, зараза. Нам не хватит до конца игры тогда. Так, давайте его щелкнем. И спать. Сейчас постучится, смотрите, вот смотрите. Или шкатулка вырубится. Эй, куда я повернулся? Я слышал тебя. Завались. Я хомуха, да сколько можно? Я знаю, что ты здесь. Да блюдски ты. Уже слов просто нет. Как же вы мне надоели. Ай, даже делаю, что я творю. Вот. Смотрите. Я из-за этого скрипа стула не слышал, как открывался этот шкаф. Ага, слышал тебя, да? Блядский. Городовой. Я слышал. Нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ну я же почти в это прошел. Ну пожалуйста, не надо. Зараза! Да ладно! Я же почти прошел! Капец! Надо было просто спать. Я перебздел и при этом из-за этого сдох. А надо было спать. Ладно, друзья, на этом пока все. В следующем выпуске будем пытаться мучиться пройти дальше эти миссии. Да. Все, всем пока. Всем до скорого.